Всем привет! Сегодня мы пойдем и поснимаем. Ну, для начала поснимаем самолетик, который нам мешает съемке. А так мы приехали в новосибирский зоопарк имени Шилова. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим зверюшек. Ну и вот такие красоты вокруг зоопарка. Жилые дома. Там зоопарк уже. Хороший вид из квартир прямо на зоопарк. Кому билеты покупать не нужно. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что внутри. В зоопарке сразу есть тележки для перевоза детишек. Есть колясочки специальные для перевозки. Для хранения вещей сразу шкафчики. При входе сразу кафешечки. Фонтанчик в центре, который сегодня, похоже, не работает. Ну, вообще-то внутри там что-то водичка булькает. Сейчас посмотрим. Вдалеке в кустах там динозаврики стоят. Бассейн только наполняют, видимо. Билетики наши красивые. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас тут за динозавр для начала. Такой первоначально вход в парк-аттракцион. Подарочкой какой-то куст. Видим длина шеева, забыл, как правильно его название. Диплодок. Молодые люди, здравствуйте. Подарки получали сладкие уже? Нет, пока еще. Так, вставайте вместе, тоже вас фотографируем. Угу. Сейчас пробегусь. Рот шевелится, который на воротах. Давай сфоткаемся, вытяни подальше палки. Туда ближе подойди. Он, наверное, на движение реагирует. Перевозка детишек. Плавают уточки с динозавриками. Так, пингвины, обезьяны, птицы, львы, белые медведи. Ну, пошли прямо, белых медведей, посмотрим птиц. Наверное, прогуляемся. Какие красивые деревья. Там вон клетки, похоже, птицы какие-то уже. Вот голубь первая, пернатая. Кто тут у нас? О, пума, да? Кто у нас тут? А что, есть питомцы кто? Зверь опасный, а вот она. Сервал. Летает в Африке. По-любому где-то на деревьях должен лежать. А, вон он сидит. Чуть больше твоего кота. А,
Вон он спрятался где. Да не сади там, все, у тебя там столько всего, блин. Нет, да вот. Бегает. Нет, он умер. Внизу кто? Феник. А, внизу феник сидит. Получается, он внизу это феник у нас. А наверху белочки отдыхают, лежат. О, вторая куда-то уже убежала. А вон, ниже сбежала. Рыжики отдыхают. Кто это у нас отдыхает тут? Спрятались, отдыхают. Кто это такие у нас? Так, тут у нас выдрочки отдыхают. Вон, вышли на камушках поваляться. Какие симпатяшки. Ох, одна из купания прибежала. Так. Ну, свернем тогда направо, посмотрим Лебединое озеро для начала. Наши выдрочки там вон балуются, отдыхают. Тут такой лесочек у нас шикарнейший. Я в сумку положил. Такие скамеечки красивые, резные. Желудь с кабанчиком. О, озеро большое, смотрите. Тут голуби в кормушках кушают. Бурундучки разбежались. Белки, наверное, тоже где-то бегают. Голубь-то красивый. А вот наше озеро Лебединое. Фреш-бар рядом стоит сразу. Красивый водопад, он с камней идет. О, а вот и белочка. Сразу прибежала в кадр к нам. Сок березовый кушает. Ничего себе. Наша белочка побежала дальше гулять по лесу. Вон там что-то ищет в лесочке. Наверное, прячет орешки. Вон там лебеди плавают, а справа у нас находятся розовые фламинги. Такой красивый водопад. Там вон фламинги, уточки. У нас гусь-лебедь. Так, сходим на беседочку. У нас здесь уточка отдыхает. Мы идем на беседочку. Потом пойдем туда к фламингам. Уточки лежат, загорают, отдыхают. Какой?
лебедь на гнезде сидит. Кто-то гусь ходит, чем-то руководит. А кто с него ходит? Девочки. Она на своих, да? Ну ты колян. Как динозавр идет, да? Такой чук-чук-чук-чук. Шикарные лежачки. Тут корм есть для птиц, для белок и брундучков орешки. Кедровые, прям красивые орешки. Ох, какой красавец. Ну что, вот мы добрались и до фламинго. О, какой красавец пришел к нам, попозировать пришли. Лебедь очнулся, сигналы подает. Какие красавцы. Ох. А, вторая вальца. Ой, еще один. Вот здесь путь отворить усатых. Да, сразу со второго начнем. Продолжим. Какие светильнички? Видно, масочек сделано. Да? Сразу веночек нас включает. К нам позвал в гости какой симпатяга. Привет. Тебя как зовут-то? Длинный хвостик такой у него. Красавец у нас. Так, здесь у нас змеи. Садовый удав.
такая вот красавица сидит, выжидает кого-то. Здесь у нас удав рубинский. Такой большой уже. Тоже сидит, выжидает. Небольшая ланч-зона для отдыха. Давайте посмотрим других. Здесь у нас спрятался. Там он за камушком сидит он. Только кусочек видно. Здесь у нас удав радужный. Такой красавец. Передавай привет. Кубинский удав. Бездоболотый. Сигару еще бы покурил, чтоб. Этот у нас уже шкурку сбросил. Он ползает там. Пошел в домик. Полос майкл. Кто-то тоже спрятался. Шимпанзе. Давай все описание. Мышь-то я вижу здесь спрятались. А вон уже сидит большой какой. Спит. Наверное, маленький должен быть. Вон он сидит какой добавленный. Видишь? В углу вон за деревом. Наверху. Угу. Ох, проснулись. Бегают тут спать не знаю.
Ты еще кто такой, да? Ну-ка, иди сюда. Тик ты такой. Красавец какой. Ух ты. Ты акробат, прям смотрю. Ничего себе, кто это такие-то. Дальше у нас зона пингвинчиков. Ох, какие красавчики стоят тут. Балдеют. У нас тут за пингвины. Вот к нам приплыл попозировать один красавчик. Белича и Саймара. Капибары должны бегать тут. Капибар, наверное, с улицы заходит. Это что, пингвин, что так? Он прибежал. Красавцы. Какие симпатяги. Там вон в домике сидят. Под теплой лампой. Там, наверное, детеныш. Красавчик. Так, сейчас я развяжу, говорит. Покатается у меня там напарник. На это жжух вниз туда. О, левет. Ну какие. Ух ты, ничего себе ты, прыгунчик. Какие симпатяги. Вау, попозировать прибежал, смотри. Сфоткайте меня, сфоткайте. Броненосец, походу, в домике спрятался он. А, вон он. Видел он? У него даже какие-то волоса есть, но он целиком в панцире, он волосатый. Ну, прибегите, покажись. Продемонстрируй себя. Что-то копает, что-то копошится там. Вон. Ну, вышел попозировать. Что-то в кармане ищет. Лопату, наверное.
какой большой павильон со своим передвижным домиком. Кто-то приехал в гости, видимо, но никого пока не видимо. А, вон сидит, в центре. Видишь? Угу. Стекло отражает сильно. На камеру, наверное, вообще не видно будет. Спрятался. Ну, ладно. Сегодня он не в настроении позировать. Пошли дальше, посмотрим что-нибудь интересного. А здесь вон они, по углам наверху спрятались. Вон один, вон второй. Вон на домике. Это у нас тут кто такие? Смотри, какие когти, нифига себе. Сантиметров 8, наверное, да? Угу. Смотрите, вон какие острые. А здесь у нас рыженькие, наверное, да? Что-то они в клетке спрятались. О, один убежал. Усатик кто-то. Один в клеточке спрятался. Да-да, тут мышки бегают тоже. Все повыбегали на улицу гулять. Обезьянка лев проснулась. Где? Это настоящий ленивец. А ленивец спит. Да. А ленивец до сих пор спит, отдыхает. Моя рука. Это что, язык такой же, типа? Да. Нифига шершавый. Так, наблюдаем сверху за львом. Вольер, где тигр у нас стоит. Киса. А там дальше кто? Пока не видно. Наверное, там Мишка дальше гуляет. Львица отдыхает. Такой вот красиво у нас. Подошел прямо к стеклу вон. Ножка. Пошли, пока уйдет. Ладно, так что я успею.
Отдыхает ли гляда у тюльки? Уточки. Вот там волки белые. Он лежит, отдыхает за деревом. Вон там он, его не видать почти. Амурский тигр здесь у нас отдыхает, спит. О, там фламинги голос подали. Солнце отражает, табличку плохо видно. А сама рысь, я так понимаю, в домике спит. Обычно они... А, вон она где спряталась. Такая маленькая. Я думал, чуть побольше будет. Чуть больше моего кота дома. У тебя кыс-кыс не действует, да? Жалко. Мурау. Вот рысь гуляет. Иди сюда. Осторожно, дверь опасен. Пальцы не сувать. Да, подемонстрируем. Ты кого там выслеживаешь? Смотри, он кого-то там увидел. Белка, наверное, бегает там. Такой, так, выберусь. Хана белки. Так, все равно я найду тебя, как достать. Белка, наверное, скорлупа от орехов его. Отдыхает. А вторая где бегает? Одна пума в домик спряталась. Бегала тут, которая... Она, наверное, в ту клетку перешла. Там, по-моему, походу проход есть. Барсук азиатский. Вон там за бревнышки убежал. У него там нора, походу. Да, он копает. Спрятался. Белый мишка. Бенгальский тигр. Блин, отражается, что я не вижу нифига надпись. Что это бенгальский тигр. Леопарды. Территорию обходит мы попеременно, периметр. Они в недоумении. В своей стихии они березу-то не видели. А тут береза растет. Шарик, ты картошечку будешь? Есть. Да? Привет. Ты там такой. Ты кто?
За всеми пошел. Кипиш, кипиш. Вон он. Куда? Медведи, как их? Медведи, ты забыл. Собаки какие-то, дикие собаки, что-то такое. О, как они. А, вон написано. Кустарниковые собаки. Прикольный. Такую зверюшку дома. О, вон. Вон. Да. Великанчики устали. Им летать надо. Покажите свой шикарнейший клювик. Коза, барашки. Вот кормить. У меня правда нет тебе ничего, да? Пойдем. Сейчас подождем все. Дом вверх дном, родничок. И здесь вот птички у нас плавают. Олени кушают травку. Какие-то растения, корешочки какие-то, наверное. О, грецкий ротик. Что? Грецкий ротик. Внизу он еще гуляет. Корешочек нет, потому что корешочков нет. Кормят самца, они не точно не ходят голодные. Видите, они все уходят. Дай-ка я его поглажу. Вот сфоткай меня. Вон сами олени ходят. Так вот выглядит
вольерчик красивый у них, вид сверху. Небольшая кафешечка. И с этой стороны. Отдыхают. Привет. Там у тебя сородичи побольше в клетке уже сидят. Вон. Ты, видно, молодой, да, еще? Тут он отдыхает на скалах. Красавец. В домике спрятался, который сидит. Там пытаются дерево снести. Ого, что-то где-то кто-то не поделил. О, какие. Привет. Петухи, голуби. А это кто-то сидит наверху. Черный. О, эти. Как их? Не кикарева. Тот недавно говорил. Там прочитай, там будет табличка. Фазана, да. Где тут петух облеклый забили. Вон они. Он сидит с хвостом длинным. Самец. Угу. Филины. О-о-о. Не-а, не канает, видишь, говорит. Нам туда как мышка пищать. На мышка охотится. Ти-ти-ти-ти-ти. Как мышь пищит? Пи-пи-пи-пи-пи. А, пошли посмотрим других. Тут тоже какие-то филины, походу. А, что это там за филин, это боль, давай-ка. Ой. Обычный филин. А тут что, необычный? А, это вообще не ясыть. Интересно, как птица, она красивая. Ну, я тем более близко как стоит, смотри. Ева, смотри, видишь? Привет. Да-да, мы тут. Ох, красивые совы. Привет. Где мое письмо в Хогвартс? Убежал за письмом. Сейчас, говорит, найду. Никого не видно. Перевязки должны быть. Они такие длинные, вытянутые должны быть. Нет, они где-то длинные, вытянутые. Они в норах там по-любому спрятали, сидят. А тут кто у них? О, а тут просто совы какие маленькие. Вон попрятались все. Кто в домике, кто на беточках. О, в домик зашла. Все, спряталась. Колонок. Привет. Куда побежал? Так вот, колонок зверюшек. О, возле миски. Привет. Убежал.
Ладно, пошли. Такие маленькие, я думал, они побольше. Такимаш, ма какая-то. Дома 200 тайкова. Такие рога у них. Вот зоопарк. Идем на какую-то зону отдыха тут прогуляться. Тут теплица. Может, урожай какой собирают для животных. Там дальше парковая зона, я так понимаю. РЖД, скамейки. Домики частные, сразу за зоопарком. РЖД. Там дома, это выход из зоопарка. Река. Рыба есть. Может, выдры или пингвины плавают. Вышли из зоопарка погулять. Какая красавица. Киса. Мяу. Че не понравилось? Мяу. Я не киса. И в ту сторону ушел. И такие бывают же. Посетителями, а сон по расписанию, да? Красные волки. Чусь он гривистый. Прям загривистый. А выть будешь? Угу. За барьер не заходить. К волку как-то не особо хотелось. Что-то он и так не внушает доверия. Поверни сюда. Ух. Да просто стой, не надо, не надо близко подходить. Привет. Большая тушка. Чуть себе. Вот. Красавец. Гигантский муравьед. Я говорю, он как артиш, даже больше. На улицу хочет, его не пускают. А он же у него открыто так-то, на вольер. Он просто не выходит. Наверное, кушать должно сейчас давать. А вот его, походу, еду показывают. Тараканы всякие, термиты, видишь, загорают.
сделали как термитник. Красавец. Там шимпанзе, наверное, большая. Такая-то красная, видишь, которая с широким лицом таким кожаным. Вообще никуда не достаю. Ну, задние с ним. Прикольно, да? А вон еще двое наверху. Поскакал. Прикольно вообще. Рай для Евгения. Каких только рыбок нет, а? О, вообще красота. Чтобы понимали, вот моя рука, вот рыба. А за ней еще такие выплывают, смотри. Маскировали. Мне их и не видно было. Да я говорю, они за ней выплыли потом. Такая черная большая. Вот и чем? Мелкая красотища. Тут-то нету, да? Здесь что у нас? Вот май какой присосался к стенке. Кораллы настоящие, знаете. Один коньки отбросил. Темно, не видно. А вот как на море. Прям в коралловых рифах. Тут, наверное, эти клоуны должны быть. Смотри, какая красивая. А, да, клоуны, он плавает даже. И вон клоун рядом. Я их на море снимал тоже. Thank you.
Где мы кораллы смотрели эти? Вот, чтоб понимали, вот моя рука, вот рыба. А, ну я зеленым отражаюсь. Я же это. Я же зеленым отражаюсь, что цветом. Египетская, летучая мышь, сахарская, насуха и моку. Они летают. Вот сидит одна. Нет, у нас галана, а тут у нас сидят, там в темноте не видно. Угу. Ну повернись, бизончик. Давай, это не прям, знаешь, как будто прозрачный для меня. Вон нормальных двое там. Нет, честно, я прям очень... Вон, смотри. Там жопу он показывает. Он просто идет. Ну какой. Вот он, смотри, какой большой. Тимур, иди вот. Ага. А что, я так понимаю, чучело сделано? Вот мы его не видели. Вот я его думал сначала. Вон стоят лоси. Где они там? Маленькие такие, а ушастые, смотри. Видишь? Вон за деревья. Ага. Вон второй, вон ходит черненький. Смотри, сына пока на ножку. Это маленький. Там енот, наверное, да? Феники в ночном этом клубе отдыхают сегодня, а это енотная, да? А енотовитая собака? Ничего себе какой. Это они позируют, да? На премиум. Енот.
Подойди, выпрашивай, да? Это как это в сериале, помнишь? Да, да. Вот. Уронила конфетку? Что можно показывать? Тут кто? О, беленькие какие. Писец. Писец. Какой красавчик. Я что думал, они правы побольше. Какие красавчики. Там что? Лисичка. Лисичка, сестричка. Спать улеглась. Скажет, да, стали уже фотографы. Ох, на уши не могут опираться. О! Линяет. Красавец какой. Ножки ищи. Ты видишь, что тут это широкое? Ну, разогнули специально. Опасно. Волк. Что-то маленький какой-то. Волчонок, наверное, еще. Такой у него домик огромный. Вроде в роли пещер сделано. Сзади отклики, да? Сзади там пони, ослики вон гуляют. Получается черные волки, а вот белые волки. Арктический волк. О, масол потащил. Спрятался. А где с короной главный-то? О, голубь. Почту несет. О, мелкие, смотри, какие маленькие. Пошли нафиг. Вон там еще не гуляет. О, какой упитанный-то.
Лапка болит у него. Ах, прихрамывает. А, я думаю, что такой большой вольер, это для них вот. О, какие красавцы. Полосатый мангуст. Ищет змей. Они там дальше, в террариуме, я их видел. Дорогу показать на карте? О, а там рыжий мангуст какой-то. Ну-ка. Желтый. Пойдем дальше. Мангуст. Пойдем. Смотри, как развалился на камне, да? Угу. А тут-то кто? Здесь кто-то спрятался, что мы его не видим. Угу. Куница, красавица, лесная. Табличка «Лесная куница». Она сидит там. Но спрыгнет сюда к нам. Ладно, пошли дальше. Я думал, рысь. Пума оказался, но рысь. О, какой. Красавец. Бегает там. Пошли посмотрим, что там. Пума отдыхает. Пума легла, отдыхает. Красавец. Лапки такие красивые, хвостик. Мы там были, тигр, да, где? Ой, точно, смотри, он здесь холду задрал, забирает. Где? Вон. А, вон. А вон еще один. Ну, какой массивный. Такой сразу бегу, наверное, за забор это шарахнет. О, мышь. Угу. К быку в гости пошла. Куда? Да. Сокол. Это кто, ястреба? Опа-па-па-па-па, ничего себе, что-то не поделили. А где ястреб-то? А, вот они. Нифига себе. Конюк. Красавец. А там кто у нас еще? Белый вон. Самый позитивный медведь. Таким клювом больше на динозавра какого-то смахивает.
Ну-ка, расскажите нам, как вас кормят тут? Как у вас тут условия? Вот там ибисы сидят. Все разбежались так. Кипиш, 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 кипиш. Одна тут только хозяйничает, что-то ругает. Где там с клювом длинным? Ибис-то я его снять хотел. Все. Прячется. Вон какой клюв у него, ё-моё. Сантиметров 15-20, наверное, да? Видишь? Это ты в Египте, ибис египетский. Священная птица. У них считалось. Так, пошли. Вы кто такие? Журавли. Какие журавлики, красавцы. Один на одной ноге стоит. Он там сидит, он черный, какой красавец. Это что у нас, журавль серый? Какие журавли. Красавцы. А это кто у нас черники? С таким клювищем. Там вон губы у него. Спит. Наелся, спит. Это кто у нас? Ух ты, ворон. Вот он сидит, мой. Красавец. Какие барчики. Мама, конская мама. Капибара, капибара, капибара. Черный аист. А тут кто у нас такие певцы? Журавль красавчик. Ну, формально, да, красавчики. Какие красавчики. Ну и где? Спрятались. Здесь. Здесь соскочила. Откуда он скакал?
Мама, ищи ее, мама, ищи ее, она только скачала. На качеле катается, да? Кого-то поймали, грызут уже. Там лежит, отдыхает. Это какой-то буйволок. Хотя должен быть верблюд тут. Тут, наверное, и козы, и все вместе. Повернись. Завязывай жрать. Красавцы, да? Черный венценосный журавль, вот как раз про которого говорил. Они маленькие, оказывается, да? Это другой журавль. Венценосного не вижу я здесь. А вон там, смотри, какие хохластые сидят, попугая. Видишь? Угу. Что, пошли туда? Или тебя хочешь обойти? Ну там же он что-то строит. Зачем там? Вон большие, да, шпалеры идут. Ты устал? Какие? Какие? Стал бедный. Ты кто у нас? Кто такой? Такой красивый. Вау, пошел. Тук. Это не фазан? Нет, это не фазан. Это точно не фазан. Кто это такой? Здесь таблички на него нету. Здесь на попугая все. Вон они сидят, попугаи. Вообще. А? Фазан. Фазан, вот он. Нет. Вон же он. Ему нравится головку ему чесать. Представляете?
фоткаю. Вот. Сатина-то были. Гиббоны. Я рад, когда вот так, или дома еще не было. Дядя Петя помогал. И шлакоблоки сами мы делали, они тяжелые, офигенные. И мы когда одну стенку выложили, дядя Петя такой домой уже вообще собирается такой. Я говорю, как гиббон стал, как руки вот такой дать вот. Видишь, какие руки длинные. Ух ты, какой красавчик. А там черный смотри. Побежал. Туда заходить, значит, можно было. О. Убежали. Кто это такие? Маленькая. Матвей хочет маленькая. Пацан прикольный. Собачка. Это у нас кто такие? Лангур. Какие симпатяги. Маленький прибежал.
Да, лемур, я прав. Вон еще один гиббон какой-то. Вон там все бело-черный. Таблички нету. Лемуры что-то не поделили. Это как из мультика, там все панда. Да-да-да. Азиатский какой-то павлин. Таблички нет, жалко. Почитать. Вон, и там не поделили. Ты чё там возникаешь? Ого-го, кипишанули. Кипиш, 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 кипиш. А это кто такие? Сорок какая-то странная. О, какой прикольный. Спит? Кукабара. Спит. Да-да, я видел. Тут тоже не золь черный. Ох ты, ничего себе. Голос еще подает. Вон внизу красный ходит тоже. Фазаны все, да? А, золотые фазаны? Нифига, вживую никогда не видел. Дай-ка посмотрим поближе. Вон того красного посмотрел. Сидят красавчики. Вон пришла. Ладно, кто там дальше? Золотой фазан и... Так, а тут у нас... О, прилетел кто-то. Фазан белый. Серебристый. Обычный павлин. Так, давайте перескать обычного павлина. Фазана я вижу. Вот он. Видишь, какой хвост у него? Красавчик. Тут мог. Фазанчик маленький. Вверху. Самочки сидят, отдыхают везде. Самец ходит. Руководит. Так.
Теперь павлин. Где у нас павлин? Тут, наверное, орел, точно. Вон он. Здоровый какой. Гордый такой. А павлин где? Обыкновенный павлин еще где-то должен быть. Вон он еще один там. Павлин не видать, да, было? Такой крупный, да? Ты прикинь. Больше гуся. Не зря, говорят, а барана свободно уносит. Еще один. Так кто-то помельче. Блин, какие крупные, нифига себе. Это кто? Беркут? А-а-а. Степной орел. Вот это вот беркут сидит. Вот степной орел. А что? Гриф какой-то. Адский кондор. Ух ты. Я о таком читал. Нифига себе. Я читал, что он здоровый, но не настолько, что он меня ростом. Доску не заделали аж. Чтоб вы понимали, вот это вот рюкзачок, который я ношу сейчас с собой в ручках. Птица больше рюкзака. Наверное, 60 сантиметров, да, высотой, наверное? А если от хвоста, да, то метр будет, если вот так вот. Как его правильно, я не могу сказать. Тут, наверное, кондор какой-нибудь, а это дрифт какие-то. Табличка должна быть. Нет, а мне выше где-то. Это постервятники, грифы или как это там? Вон там табличка со стороны. Нет? Вон та, значит. А вон там еще смотри какой. А, это сучок. Сип вообще. Я орлан, да, и сип. На гриф похоже. Такой. О, фонтан переливается лазерными лучами.